Pick a Pika, Pika B, Pika Pika, Pika B, Pika Chu. Ой, всегда сложно начинать, но как-то надо, как-то надо. Ну что же, ребята, вот уже вовсю, наверное, идут новогодние праздники. Да, скорее всего, да, и я знаю, что у вас должно быть хорошее новогоднее настроение. По-моему, у тебя не очень. Не сутулься, шапку надень и чавкай. Быстро домой! Не хлюпай, Дима, смотри под ноги. Скорее всего, чего-то не хватает или что-то появилось в жизни лишнее. Ну, если лишнего появляется каждый год, что-то много на полках, то вот не хватает точно чего-то. Точно! Все эти клоуны на Ютубе одевают колпачки. Да и я не исключение. Колпачок у меня есть. Ну что же, эх, ну все равно, я смотрю, ну все, и гирлянды есть. Может быть, нету новогодней елки. Конечно же, сейчас мы это исправим. Благо, я умею. Ну вот, сейчас мы ее немножко подправим. Магические волшебные заклинания все еще работают. Вот если бы только так игры появлялись на полках, как эта елка. Ну, настроение уже появляется. Обычно в Новый год всегда есть Дед Мороз, ну или Санта. Вот Санта сегодня не может. Он остался вот где-то там, за горизонтом, потому что на своих оленях дарит подарки тем, кому не успел. Стало, блядь, на проезде, блядь, включил аварийку, блядь. Сука, блядь, не люди, а твари. Кого-то надо. Ну, возможно, какой-то такой, знаете, герой, главный герой. Ну, пусть он будет новогодний, как Санта. Ну, сейчас я попробую об этом подумать, и он должен появиться. Ну вот, вполне новогодний герой. И мне кажется, замечательно. Но только Дед Мороз всегда был со Снегуркой. И даже у Санта-Клаус какая-то там была девчонка. Надо компаньоншу. Сейчас еще раз поколдую. Вот теперь отлично. У нас есть новогодний Дэдпул, замечательная Харли Квинн, колпачок, как у дурачков, и еще замечательная елка. Пусть она, конечно, маленькая, да удаленькая. Что, вы хотите сказать, что кого-то все-таки не хватает, да? Ну, раз Санта раздает подарки тем, кому не успел. Нам же нужен реальный герой. И не просто герой, а супергерой. Ну, каких героев вы знаете? Бэтмен. Супермен. Спайдермен. Я им всем звонил. Они мне зоне доступа. Они спасают каждый день мир. Но кто же спасет сегодняшнюю передачу? Даня Комиксман! Да, ребята, всем привет. Я здесь, пришел спасти этот мир. Даня, это ты! Здорово, здорово. Спасибо большое. Он спасет не только мир, но и передачу, которая нам очень важна. И хорошее новогоднее настроение. Ты готов спасать? Да. Ну тогда приступим. Новогодний выпуск, который мы подведем небольшие итоги, расскажем об играх, которые нас порадовали и огорчили. Давайте начинать. Ох, Дань, на самом деле ведь очень давно тебя не было. Да, есть такое. Если, ребята, вы не знаете, это мой хороший товарищ Даня. Он занимается интересными вещами. Ну, давай расскажи, какими помимо видеоигр, потому что это очевидно, ты еще занимаешься. Твои основные хобби. Мои основные хобби, ну, как вы могли догадаться, если посмотреть на мою футболку, это, конечно же, комиксы. Помимо комиксов, я также еще и коллекционирую фигурки Фанка. Вот, собственно, наподобие вот таких. На самом деле, много что еще меня интересует в плане гик-индустрии, но основной акцент это все-таки комиксы и Фанка. Ну и, конечно же, игры. А сколько у тебя уже фигурок Фанка? Вот буквально на днях эта цифра перевалила за сотню. Ну слушай, да, я помню, когда-то у тебя было их чуть меньше. Но вот комиксов у него было всегда много. Сейчас стало еще больше? Да, сейчас их очень много и не счесть.
И у меня есть несколько вопросов, прежде чем мы приступим разговаривать сегодня о тех играх, которые нас радовали и огорчили в этом году. Ты избавился от Аши от коллекции? Пока нет. Но наверняка нашел ей применение. Короче, ребята, на самом деле год-то вообще, конечно, такой непростой. Для каждого из нас так или иначе возникли некоторые сложности. Я уж не говорю об эмоциональном всплеске, о нехватке некоторых интересных позиций на полку. И так сложновато было найти. Какую-нибудь там Harley Quinn Limited Edition не везде найдешь. Это да, далеко не просто. Моба бахают. Вот видите, как только Даня Комиксмен пришел на помощь, атмосфера становится во всем мире лучше. Ладно, не будем томить, подбой канонады, начинаем рассказывать про первую игру, которая вот в этом году, который вот ушел, так или иначе повлияла и как-то порадовала. Еще такая заставка какая-нибудь ебанутая, да? Просто я сразу подумал о том, что ты обычно бэкстейдж вставляешь на сером фоне. Дань, я хочу начать с такой игры, которая вот действительно в уходящем году, на самом деле, наверное, скажем, отошла на дальний план. Это какая? Ты знаешь, эта игра для меня достаточно много значила. Этот салют может радовать кого-то, а может кого-то напрягать. Вот если раньше таких салютов боялись в основном коты и собаки. Теперь не каждый человек рад подобному. Поэтому со взрывами вот этими всякими покончено. Я очень долго играл с этой игры. Началась моя коллекция PS4 игр. И это игра Battlefield 4. Смотреть на батлу. Опа! Да. Слушай, я его накрыл, петушку накрыл одно. Я вот здесь пока, Тём, постою. Я тебя прикрою с RPG. Прикрывай, прикрывай. Пусть выходит. Ах ты, козлины. Танк вообще откуда ты взялся? У меня нервов не хватит. Ля, это пожёстче. Чё, Артём, может какой-нибудь там АБ там попробовать, не? Ещё. Не умирайте, а. Красава, красава, Славон, да ты почему-то что-то ножиком, да, снял? Ты где играть-то научился? Ты тебя на стиль пьяного мастера. Это сетевой шутер, ты знаешь, конечно. Я очень. Вот с этого начался, наверное, стрим-канал. Вообще, одни из первых стримов были по Battlefield. Я прекрасно помню. Я просто играл, не зная тактики, бегал и... Я устал стрелять, мне это не доставляет больше удовольствия и не хочется даже возвращаться. В новые игры серии я тоже не хочу играть. Я отметаю это на долгий ящик, она уже даже запылилась. Диск на месте, но раньше он был в консоли, сейчас там этого нету. С приобретением PS5 хотелось бы посмотреть, как оно будет лучше или хуже, но эта игра в этом году потеряла для меня, ну, практически 120% актуальности. Совершенно не хочется видеть подобное не только по телевизору, но и на плазменной панели, управляя тем более героями. К сожалению, вот шутер для меня теперь может быть как это сказать, доступны, если они какие-то мультяшные или может быть тематические, но вот про это точно не хочется. Поэтому хотелось бы, чтобы все подобное осталось где-то там далеко-далеко-далеко. И не знаю, может быть, фанаты Battlefield меня поймут. Ты играешь в Battlefield? Нет, мне кажется, давно пора было отправить ее на покой, потому что, ну, она уже и актуальность свою немножко потеряла. Конечно, наверное, она получше новых Battlefield, которые выходили за последнее время, особенно самый последний, который обосрался по полной, но... Мне кажется, правильный выбор и решение, учитывая, сколько новых игр выходит каждый год, и в этом году не исключение. И, наверное, про них и стоит рассказать сейчас. Про хорошие? Конечно. Ну, давай тогда твоя очередь рассказать про то, что тебя зацепило вот в этом году, как-то порадовало, так или иначе. Ну, одна из таких игр тесно связана с моим увлечением. Это, конечно же, «Черепашки-ниндзя». Я очень ждал данную игру,
И как бы глупо это ни звучало, в нее полноценно поиграть я так и не смог еще. Я играл в нее буквально совсем чуть-чуть, но мне очень понравился геймдизайн, мне очень понравилась аудиосоставляющая. И я смотрел прохождение Дэна и, в принципе, смотрел ее на стримах. Так скажем, прошел ее на Ютубе. Очень классная игра, возродили, так сказать. Так как я любил очень черепашек на Сеге, играл когда-то на Сеге, то мне показалось она очень близкой к ней, но они улучшили именно те моменты, которых, наверное, не хватало там. Да, я не такой ярый фанат именно игр о черепахах, и во многие я не играл, но конкретно эта вещь, мне кажется, достойна упоминания и быть в топе одной из лучших игр этого года. И даже скажу так, что если вы, например, не играли ни в каких черепах-ниндзя, ни 8, ни 16-битных, вы можете поиграть в эту и немного-то потеряете. Потому что тут есть все и даже больше. Ну, колорита ретро вы не получите, но именно восприятие этого здесь сделано хорошо. Для новичков, наверное, это лучший порог вхождения в данную франшизу. Да. И это всем известные черепашки, самые такие узнаваемые, которые были именно в мультфильме конца 80-х, начала 90-х. То есть такие ламповые и стилистически выполненные именно в стиле этого мультфильма. Однозначно. Я с тобой полностью согласен. Это одна из лучших, в принципе, позиций, которая есть на полке у меня. Одна из лучших приятных воспоминаний о прошлом. Об этом годе, когда я ее взял в этом году. И вообще на все 100 согласен. Просто пушка. Вообще пушка игра. Особенно, когда играешь вместе, это прям... Это для компании то, что надо. То, что надо для компании? Самое то. Посидеть, поиграть, понаслаждаться. Кайф? Одиннадцать. Крестик. Да, в натуре. Прям по заказу. Go! Недолго уходя от темы, у меня тоже есть еще одно приятное воспоминание в этом году. Это Teenage Mutant Ninja Turtles, но не просто какие-то там вот где-то там, а вот все вот эти вот там, которые там, только все на одном Blu-ray диске. И называется эта штука Cowabunga Collection. Ну уж коллекторы будут плеваться, они даже не возьмут это в руки. Те, кто любят цифровые версии и Dark Souls. В таком легком шоке был от этого. Причем даже, ну, даже, я не знаю, нет столько от наполнения этих дисков, сколько от цены на них. 4500 рублей за сборник эмуляторов. Не хотел, я бы и не купил, наверное. Сколько? 4500? Так это ж дешево. Дичь, причем за такие бабки, которые он это купил. Артем, вообще-то я не про тебя, а в принципе про многих игроков. Не поймут до конца дней, зачем я это взял. Но для меня это одна из лучших позиций на полке. Черепашки должны быть вместе, где есть новое. Там есть и старое, тем более игры очень похожи. И там битэмапы, есть возможности играть вдвоем. Вся NES классика. А даже есть поддержка, сейчас выходят патчи, добавляют разные возможности, наподобие там всяких контроллеров аркадных. В общем, вот это, ребята, в этом году меня очень сильно порадовало. Здесь и вся NES классика, и вот эти вот Sega Mega, все, что мы играли в детстве на 6-кнопочных контроллерах, все это есть. И, естественно, еще и аркадная версия. Ну, это великолепное издание как раз-таки еще и для тех, кто не имел всех консолей и хотел бы ознакомиться, например, как я, в принципе, даже экспериментально попробовал бы в каждую из них поиграть, учитывая, что у меня была только та версия, которая была на Sega. А знаешь, что я тебе скажу? Особенно, почему еще хороша она? Ну, когда как... я беру в руки, я вспоминаю тебя. Потому что, если кто-то скажет, вот дураки, зрачки забыли дорисовать черепашкам, то знайте, изначально зрачков-то и не было. И повязки у них были у всех красные. Вот-вот, так что я вспоминаю тебя, потому что ты мне поведал об этом. Спасибо. Черепашки-ниндзя. Если вы считаете, что действительно в этом году этот сборник на вашей полке или эта игра создала вам замечательное новогоднее настроение,
Дайте об этом знать в комментариях. Да и Даня Комиксмен тоже почитает. С удовольствием посмотрю, что вы думаете об этом все. Ну что, теперь пора чередовать. Может быть, расскажем о игре, которая разочаровала. У меня такая есть. Давай, интересно. Я знаю, что это не новинка. Я знаю, что все можно было это давным-давно поиграть и высказаться, наверное, еще несколько лет назад. Но это же не топ 22-го, а просто личное мнение Дэна. Потому что не во все игры я играю вовремя. Если, например, спустя сколько лет я играю вот в это, ну, то да. Некоторые игры, которые выходили недавно, я могу и вовсе не поиграть и через 20 лет. Но меня разочаровала игра «Микромашины». Я очень хотел этот диск на полку, а ведь ты знаешь, серия «Микромашины» тянется еще ого-го когда. Она выходила и на NES, она выходила даже на Mega Drive. Ого, то есть это прям такой уже ретро-франшиза. Codemasters, ребята, которые делали эту игру тогда, и Codemasters, ребята, которые сделали ее здесь. То есть это даже те же разработчики, которые, к сожалению, не смогли. Те же разработчики, те же издатели, но, честно говоря, взял этот диск больше потому, что это старая франшиза и новый взгляд, ведь они выходили на PS1. И на PS2, и разве что на PS3, вот их не было. Но на PS4 они появились, и они такие же всратые. Если я играл когда-то на Денди, на Сеги, постоянно ругался. Ну, конечно, тогда я не матерился, скорее всего. Ну и сейчас нет, потому что уже немного поумнел, и бесконечно ругаться на эту игру невозможно. Что-то в ней не то. Вот насколько она тебя хочет обрадовать, настолько она тебя огорчает. Может быть, нужно просто любить это все. Ну, то есть же люди, у которых, например, есть необходимость вставлять в себя что-то. Я знал одну женщину, которая ходила на работу исключительно с вибрирующей хренью, и ей это нравилось. Лично я не представляю на ее месте, как можно сосредоточиться. Ну, вообще, в принципе, на работе, не то что на разговоре с людьми. И что потом произойдет с головой. Поэтому эта игра, ну, ассоциируется у меня именно с этой женщиной, у которой все вибрирует. Черт побери. Игра вроде бы желанна, и хочется в нее поиграть, но постоянно отвлекает в ней все вот это неудобное. Отсутствие людей в сети, мультиплеер, несмотря на то, что ее раздавали, какой-то нудный. И это разочарование. Если от Battlefield я отказался сам, и я рад, потому что я наигрался, то в эту я и не наигрался, и желания наигрываться у меня нету. А как на полке, чисто дань франшизе. Ну, понятно. Поэтому, к сожалению или к радости, если вы тоже, опять же, имеете какие-то ощущения похожие на это и хотите разделить мнение, что нужно сделать? Написать в комментариях. А для чего? Чтобы поднять ролик в топ? Вряд ли. Мне кажется, чтобы обсудить это, и чтобы мы с Даней тоже об этом знали. Потому что именно так и получается общение под видео. И если есть люди, у которых есть разочарование в черепашках-ниндзя, мы также будем вам рады. Потому что мы узнаем о том, что вам не нравится. И так будем общаться. Ну, а мы идем дальше. Это новогодний выпуск, где мы будем не только поздравлять вас с этими праздниками и дарить вот это настроение Нового года. У нас, надеюсь, получается. Ну, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Ну, и показывать игры, которые нас обрадовали или огорчили в этом году. И мы идем дальше. Ну что, Даня, мы поговорили о плохом. Может быть, о хорошем? Давай. Есть какие-то воспоминания у тебя в этом году, которые действительно радовали и о которых прям вспоминаешь приятно? Да, есть еще одна классная игра, и она на самом деле частично переплетается с черепашками-ниндзя, потому что это тоже beat'em up Streets of Rage 4. Это продолжение легендарной франшизы. Очень крутое, так сказать, переиздание, продолжение. Я играл в классическую трилогию вовсю. Кайф. Великолепные игры. Я в них играл и на Sega, и в сборнике, который уже выходил, ремастер на PS4. А Streets of Rage 4 — это дань уважения фанатам. Улучшили игру по всем фронтам, я считаю.
Боялся, что удары не будут ощущаться? Нет, не было такого страха. Ведь в битэмапе это так важно, чтобы ты чувствовал, как ты втаскиваешь. Мне очень нравится анимация, в первую очередь. Как нарисовано это великолепно, какие приемы, как классно. Ну, раньше, конечно, мы довольствовались тем, что имели, там было пару приемов, а тут их такое множество, такие комбы, прям увлекательно их выбивать. Помимо всего прочего, еще и сделали ультимативные способности крутые. В плане боссов, в плане всего. В общем, игра 5 из 5, всем рекомендую. Мне она очень понравилась, и, наверное, Дэн был рад ее проходить. И, наверное, вы видели, как он проходил скейт на стримах. Вот так вот это был. Игра есть? Да. Так. Ого. Нифига себе, ты настоящая, а не нейросеть. Всем ребятам кейт шикарно. Такие комменты, типа, знаешь, ну, типа... Рукой тыкать, ну типа, наверное, нормально, непонятно, правда, куда. Бой страдания, к контра. Мы, по-моему, опять нас всех забили. Да нет, тут все с нами. Тут чат летит просто с такой скоростью. У тебя есть точно какие-то способности, как у супергероя? Вот у меня, может быть, периодически появляются. Но чтобы ультимативные способности были у коллекционера Streets of Rage, должен быть еще такой красный диск с такой буквой Х. И вот тогда будет Ultimate Edition. Там как раз все дополнения. Чего-чего, вот такую игру, конечно, хочется. И можется, но жмет. Жаба меня душит. И она стоит и далеко не 2500, и не 3500. А что-то порой, знаешь, и к пятаку подбирается. Хотя, когда ты смотришь на реальную цену, это примерно как PlayStation 5 где-нибудь за границей и PlayStation 5 у дяди Стёп в соседнем подъезде, который водовку пьет на Новый год дешевую, потому что хочет больше денег навариться, бизнесмены и бизнес-вумены. Так вот, большинство вот таких вот людей продает такие диски, заказывая коробками. Но кто-то урывается в волшебных вот таких вот PlayAsia. Знаешь что-нибудь про Азию, кроме красивых женщин? Ну, есть немного. И мужчин, похожих на женщин. В общем, там есть диск. Не только коллекционные вариации за ту же цену, как мы покупаем у нас Черепашка-ниндзя, но и вот этот X. И хотелось бы X тоже иметь, но, как говорится, не все и не сразу. Ну, я думаю, со временем, когда-нибудь. Тысяч за 10, когда уже их будет очень мало и останется совершенно вот... Конечно, ты ж не ищешь легких. Никогда, никогда. Вот точно так же я и не искал игру, которая мне прям очень-очень-очень запомнилась и в этом году, но она нашлась. И об этом сейчас расскажу уже я. Знаешь такую поговорку, Даня? Она, конечно, не новогодняя, но многие говорят ее, когда поднимают какой-то тост. Ну-ка. Если гора не идет к Магомеду... То Магомед идет к горе? В данном случае Магомед лежал на диване, монтировал видео и играл в Battlefield 4. Но гора к нему пришла. За что, надо сказать, большое спасибо замечательной, прекрасной и неповторимой Катерине. Она принесла мне далеко не инди-игру. Она принесла мне не какой-то пазл-квест. Она мне принесла настоящую, жесткую игру, где нужно убивать зомби. Они разлетаются на кишки. Там есть Гитлер. И эта игра меня затянула на долгое время. Если вы думали, что зависло видео, то нет. Завис я. И завис капитально в игре, которая называется... Как? Зомби армии 4. Дед Гор. Сколько стримов. Сколько часов и до сих пор не выбитая платина из-за одной ачивки. Возможно, я... Думаю, ты должен ее добить, это уже дело принципа. Ну, конечно, тем более выбить ее не так сложно. Игра сделана на движке Sniper Elite 4. В отличие от предыдущих частей, это первый зомби-армии, который вышел на консолях официально. Чтоб ты понимал, тут прям для меня нашлось все. И какая-то стилистика комиксов в оформлении обложек, которые я смотрел и видел старые хоррор VHS-кассеты. Угу. Постеры к фильмам, где томаты-убийцы и Франкенштейн разрывают людей. Sci-fi музыка, завораживающий эффект,
напоминающая страшный эмбиент с sci-fi эффектом вот этих вот лабораторий и крутящихся бобин с проекторами. Это ты видишь, когда играешь и слушаешь. Расчлененка, кровище! Ну куда ж без нее? Помнишь такую тему, когда в замечательном фильме «Трудный ребенок»? Ну да. Он говорит, что ты видишь? Кроликов? Что здесь жираф? А там оружие нарисовано. Да, такой, да. А здесь что ты видишь? Что вы видите здесь? А я вижу кровищу. He controls what tireless. Да ничего, он говорит, кровищу, и он кровищу. Вот здесь этого полно. И нам удивление сказать, что девочка Катя, которая эту игру мне принесла, играет в нее лучше, чем я. Она уже давно выбила платину. И для меня эта игра, она будет, наверное, из года в год переходить. Но в отличие от Battlefield, почему-то эффекта такого нет. Может быть, потому что здесь придуманы персонажи? Да, скорее всего, и очень увлекательный сеттинг. Игра. В принципе, зомби... Всегда классно крошить, это ты можешь себе позволить больше, чем против каких-то солдат. Буковка Z. Ну. Да и волны здесь есть. Пережить первую волну, пережить вторую. Готовьтесь, скоро третья волна, пишут в начале перед схваткой. Жизненная тема. Страшно иногда бывает поиграть в такую игру. В реальной жизни. А вот на приставке PlayStation 5 в нее играть не страшно, потому что и FPS лучше, и графика лучше. Поэтому эта игра переходит на следующее поколение вместе со мной и замечательный Кейт, который теребит всегда меня выйти из других игр и поиграть в эту. Так что Zombie Army, несмотря на свою вот эту вот кровожадную составляющую злых зомби, является приятностью этого года, потому что я в нее продолжаю играть, и благодаря этим играм консоль работает. А мне кажется, это важно. Конечно. А то плохо, когда она стоит и пылится. Очень плохо. Очень плохо. Так вот, еще одна игра меня разочаровала. Нет-нет-нет, постой, ты еще забыл упомянуть одну игру. О чем же, Данечка? Возможно, я что-то упустил. Это игра Strange Brigade. Вроде бы что-то напоминает, и буквально только что мы о чем-то похожем говорили. Творится, ребятушки. Я сам не ожидал, что так вот здесь в этой игре начнется. Ну, то есть, как бы она... Действительно, хорошо раскрывается. Хорошо раскрывается уже потом, когда ты понимаешь, что к чему, чтоб тебя сразу в шок не втянуть. Я даже не вижу, где они, где-то ходят, а вот наслепую стреляю. Да вот этот особенно бензиновый, вообще, ой, я нашел это питье, пью питье. Все, Кать, сейчас затащим, не ссы. Нормально, да, все будет? С моей-то пушкой вообще. Нормально дело, нормально будет. Разбирайтесь. Как бы ты, наверное, сказал, это как старый Новый год. Вроде он есть, а вроде и нужен. Но праздновать его хочется. Кому надо сказать спасибо? Конечно же, Кейт. Конечно же, Кейт. Эти игры далеко не AAA. Это такая, как краковская колбаса. Рекомендую ознакомиться, у кого есть желание поиграть, не пожалеете. Но, конечно, не по фулл прайсу, ребята. Игра должна быть вам дешево обойтись там. Ну вот я покупал диск, по-моему, за 800 рублей. То есть, а так в цифре она сейчас стоит пятак, типа, это очень дорого. Вот, Катя тоже была по скидкам каким-то адским. И он тоже ей обошелся очень дешево. Ну, может, рублей 200, может, 400. Так, ну походу да нет. Да у меня что-то в рублей 300 обошелся, господи, иногда микрофон работает, иногда нет. Можно взять со скидкой, а можно и просто взять, и не надо ждать, когда она будет со скидкой. Ну да, ты прав. Знаешь, о чем она? Нет, не имею представления, но предполагаю, что против зомби только в египетской тематике. Именно так. И тут тоже нужно выживать.
тоже нужно выживать от волны до волны. И когда приходит новая волна, она становится все как и в жизни. Более такая хитрая, более умная. Тебе уже сложнее от нее убежать. Мог, если бы я в жизни бы так, например, убегать от волн, я бы чувствовал себя более безопасным. Тут у нас Египет. И каждая новая волна — это мумии, потом идут уже единороги, потом вот эти быки страшные. Но игра классная. И она меня тоже очень радует. Потому что она не только на прохождение, но и сессионная. Угу. То есть ты устраиваешь заварушку с ребятами. Ну это очень здорово. Весело вместе, наверное, играть. Очень. И самое приятное, что здесь не надо убивать людей. Ну, всего лишь бедных мумий. И еще египетских вот этих вот с челмой. Он был очень умен, и поэтому его назвали Тутанхамон. Кто-то на нем, как говорится, что-то крутит на Тутанхамоне. Кто-то крутит такие пластинки у себя в приставках, а кто-то пластинки в приставках и вовсе не крутит. Вот следующую игру я бы не хотел крутить в виде пластинки в своем проигрывателе под названием PlayStation. А вот на Тутанхамоне бы я бы покрутил, потому что многих покрутили на Тутанхамоне, а они об этом не знали. Ну-ка, давай. Ох, это печальная, печальная игра. И делали ее индусы. Что сделали индусы помимо звездочки? Да и звездочки сделали вьетнамцы. Не показывай. У вас есть несколько секунд угадать, о чем же речь. Это игра, которую ждали многие в этом году. И это крутая игра. Очень крутая игра. Она легендарная. Просто эпически легендарная. То, что с ней сделали, это изнасиловали, это мягко сказано. И выкинули. Да, и забросили там в канаве. И даже расследования не ведут. Почему Мерлин... с прозвищем Монро, работающий на районе красных фонарей, лежит в канаве и разлагается. Последняя подсказка. Вы можете словить приступ эпилепсии, если там начинается дождь. Да. Как ты думаешь, вот этот первый был? Не знаю. И они такие ленивые. В новом году они все больше и больше становятся вот такими вот диванными войнами. Насмотрятся вот таких передач, ты понимаешь, да? Эх, если бы они были такие проворные, уже написали бы в комментариях, о чем мы говорят, возможно, мы ему могли подарить такую игру. Да? Да, ну на самом деле нет, потому что лимит времени уже исчерпан, ведь мы давали 4 секунды по нашему стандарту шоу. Поэтому, братан, ты опоздал. Можно было раньше это сделать и выиграть вот эту игру. Ну это, конечно же, новогодняя шутка. Отдавать я ее никуда не собираюсь. Ну и крутить пластинку эту в своем проигрывателе PlayStation тоже нет. Навечно, наверное, останется силдовой. Да вот ты знаешь, иногда хочется устроить пенную вечеринку и как раз-таки посмотреть на вот этот дождь, чтобы были вот эти вот светодиодные эффекты. Легендарная игра, что одна, что вторая, что третья. И, к сожалению или к радости, где-то на пол шишечки, где-то так потеребонькал, где-то вообще, извини, дорогая, сегодня, видимо, голова болит. То есть совсем уж все печально. И вот эти руки-крюки, да, как из задницы, да, можно сказать. На велосипеде катался наш главный герой. Да и, как бы, знаешь... Страшно. Но одна игра есть в Vice City, и она вроде меньше всего пострадала, если только не смотреть на набережную, где видно растянутое лицо, типа, короче, вместо бежевого кирпича. Или на вот этот пончик в виде гайки. Ой, да? Это ужас. Да. Болт забили они. Конечно. Болт. Ну так а что, так схавают. Продажи у них были приличные, на предзаказах тоже брали. А в итоге модеры сделали то, что... Официальные разработчики сделать не смогли, так еще и забанили моды, по-моему, качественные, которые были в доступе на пиратских сервисах. Слушайте, вот вы думаете, сидят тут два какие-то. Один в очках типа строит умного, другой просто клоун колпачок одел. Но ведь это действительно эмоции, которые были в этом году. И если конкретно какая-нибудь там Battlefield или микромашины, это чисто моя история, то вот эта история всеобщая. И кроме Киберпанка 2077, который ого-го как поднасрал всему миру,
Вот это абсолютно так же базданула и жидкого поддала так, что тут вонять будет долго. Гораздо хуже, тут плюнули в душу. И растоптали. Если киберпанк починили, и он даже идет хорошо, и люди уже даже в топы выводят его, покупая и играя, то вот тут вообще никто ничего не делает. Такое ощущение, что у них раньше был переводчик, и они вот с этими ребятами, с точкой здесь, общались через него. А тут он такой, нет, нет, все, я больше не работаю, нет, я вообще вас не знать, и вообще перестал говорить по-английски. А ребята не могут общаться напрямую с теми, потому что те, кроме говна и палок, в жизни ничего не видели. Я не знаю, как они это делали, какую нейросеть они плели. Возможно, у них какие-то свои нейросети, рыболовные. Или, может быть, они туда ловят крабов или носорога, мамонта или еще кого-то. Но вот эти, конечно, печальные, эпические, глубочайшие сожаленные мои ожидания, когда я хотел бы увидеть вот этот ремастер, как Resident Evil 3 или 2. Ой, тут да. Наверное, многие просто огорчились, привыкнув уже к таким качественным ремастерам, когда игра полностью пересобирается, а тут даже близко ничем подобным не пахнет. Слушай, я тебе знаешь, что хочу сказать? Пересобирается даже китайский Вольтрон из 90-х. Он ломается, но пересобирается. Если вы тут начинаете сейчас говорить, что, мол, да это все нормально, починили. Я проходил эту игру в Vice City в своем детстве. И благо... Секундочку, входящий звонок. Как вовремя. Алло! Алло. Алло, Санта, это ты? Это я. Ты что, раздаешь подарки? Не совсем. Как у тебя дела? Я хотел тебя знать, как у тебя что? Мы ведем шоу, и я сказал ребятам, что ты отсутствуешь, потому что раздаешь подарки тем бездарям, которые их не заслужили. Сука, блядь, на проезде, блядь, включил аварийку, блядь. Сука, блядь, не люди, а твари. Ведь сначала ты раздаешь им пи*** и наказываешь, а потом уже раздаешь подарки в виде поощрительных призов. И сейчас ты как раз позвонил, и они хотят узнать, почему ты не принес подарки и всем тем, кто их не заслужил. Потому что год был так себе. То есть это твое оправдание, да? Угу. А GTA ремастер делали индусы, ты их наказал? Их бог накажет. Бог войны? Да как получится, у них их там много. Поговариваем мы тут про игры, если ты не в курсе. Что разочаровало и обрадовало нас в этом году? И раз ты уже говоришь про бога, может быть, в этом году тебя что-то разочаровало? Например, бог войны. Пытался ли ты его пройти? Нет, не пытался, неинтересно пока. Когда он подешевеет, тогда можно поговорить. А порадовал, что? Я 3DS купил. Угу. Это занимательная штука, я так сказал. Nintendo 3DS и несколько картриджей в наборе? Нет, картриджи я отдельно брал. Ого, может быть, есть это игры, которые тебя сильно в этом году обрадовали? Я сейчас прохожу Luigi Mansions 2. Вот это прикольная штука. Тут некоторые люди сейчас, когда это смотрят, пишут в комментарии, что почему-то ты превращаешься в Nintendo Boy. Так ли это? Нет, это не так. Но почему-то Марио Водопроводчик тебе нравится всегда. Да не всегда, хотя до него тоже руки дойдут. Хорошо бы, чтобы кроме рук дошли ноги и все остальное. Играя в Luigi Mansions, по крайней мере, об этом не думаешь, когда, нежели, например, играешь в Battlefield. Не могу переставать думать об этой сложной ситуации, которая вокруг витает, словно дух зла. А как насчет зла, например, резиденции зла? Ожидаешь ли ты новый Resident Evil 4, или ты болтал это все на одном месте и хочешь играть только в те игры, где нет кровищи? Буду ждать ремастера пятой части. А этого буду ждать и я. Этого буду ждать и я. Ты знаешь, кто сегодня помогает проводить это новогоднее, предновогоднее или посленовогоднее? Это уж как я успею смонтировать, я сам не знаю. Но шапка мне в этом не поможет.
Да и наличие работы, кстати, тоже. Ну, разве что я поесть куплю. У нас есть герой передачи. И не просто герой, а, я скажу, супергерой. И звучит это супергеройски. Это Даня Комиксмен. Может быть, ты хочешь Дане Комиксмену что-то вот в эти новогодние, предновогодние праздники, ну, когда там это шоу выходит, да? Что-то сказать? Чё, побольше хороших комиксов. Угу. Вот. Комикс. Именно небо над головой. Спасибо. Спасибо тебе, Санта. Тебе тоже всего хорошего. Главное, здоровье твоей семье и тебе. И коту. Спасибо. Кот тоже член семьи. Кстати, о коте. Спасибо. Может быть, Стрей является для тебя игрой года? Ну вот я в него так и не поиграл. Надеюсь, на новогодних праздниках мне это удастся. Во, это очень хорошая идея. Видите, даже у Санты есть выходной. И несмотря на то, что сегодня Санта не ведет со мной эту передачу, вы обязательно увидите его в следующих выпусках, потому что без Санты никуда. Санта, ты согласен? Да. Отлично. Ну, мы продолжаем вести шоу и поговорим как раз о том самом члене семьи, ага, который называется Стрей. На чем мы там остановились? На членах? Да. У тебя есть член семьи? Целых. Пушистый. Целых два. А сейчас мы говорим. Целых три. Уже. Давно. А я-то помню только двух. Ну. Времена меняются. Ух, если ты все, наверное, спасаешь как супергерой. Обычно супергерои спасают не только мир от каких-то больших злодеев, но и могут спасти кошку с дерева. Это классическое понятие. Для того, чтобы быть супергероем, не обязательно спасать мир от злого робота-убийцы. Или кто там сейчас убивает мир обычно? И вот именно о кошках и будет следующий разговор, потому что, на мой взгляд, это тоже круто. Наше общее мнение, игра, которая достойна внимания в этом году, это Stray. Для PlayStation 4, 5, а также ПК. Великолепная игра на самом деле, так как я кошатник, и у меня у самого есть рыжий кот. А давай мы покажем член семьи, как выглядит, чтобы вы понимали, о чем мы. Вот чудо монтажа. Соответственно, классная игра. Ты проходил вообще уже? Вот если ты смотрел «Черепашек-ниндзя» на ютубе, и за что тебе скажут, вот он какой фанат комиксов. Вот я люблю кота. Мне нравятся котики. Но вот точно так же, как ты из «Черепашек-ниндзя». Возможно, это судьба. А ты-то проходил? Да, я прошел Stray, сюжетку полностью и почти выбил платину. Мне осталось там выбить две ачивки. Нужно пройти по спидрану, а мне очень лень. Может быть, когда-нибудь я ее добью. Ачивка максимально простая, но игра великолепная. Я проходил с удовольствием. Не заметил, как прошел ее за пару вечеров буквально. Она не длинная, не продолжительная, но это как раз-таки та игра, которую можно, знаете, засесть на выходные спокойно, в таком спокойном темпе, ритме, поиграть за милого рыжего котика. В мире киберпанка очень интересно реализована идея. Кто-то захейтил игру люто, но типа, да ну, чё все на этого кота что-то, на мимими. Не знаю, я не согласен. Мне кажется, самое главное, эта игра передает очень великолепную атмосферу. Я ничего не ждал от этой игры, в принципе. Мне было, о, милый котик, я видел ее только на анонсе. Прикольный мир. Он что-то бегает среди роботов. Мне зашло. Убивать никого не надо. Да в целом, да. Ну, очень, очень здорово. Да, на самом деле не то, что прям неожиданно. Ведь именно эту игру, я помню, когда ее только-только показали на вот этой вот выставке, ты помнишь? Да, да, конечно. И я такой сразу, котик. Это одна из тех игр, которая запомнилась, потому что там столько всего было в анонсах. Там, например, была эта игра Tokyo, она мне запомнилась, и Stray. Это две игры, которые прям отложились с того
с той выставки. Остальное даже сейчас не вспомню, что там еще было. Интересно, люди, когда смотрят, думают, что я всегда такой. На самом деле нет. Просто чтобы сделать это шоу, я не сплю. И делаю съемку, монтаж. Ну, разве что вкусную пиццу мы едим. За что спасибо Дане. Даня как истинный товарищ, как настоящий комиксмен, почитатель черепашек-ниндзя, а не только почитатель комиксов. Хотя комиксы он тоже не всегда читает. Есть такое понятие, как невскрытый экземпляр. И иногда они очень дорогие. Хотя, конечно, говорить о цене ни тут, ни там не приходится. Так вот, и цена вопросов как бы тоже велика. Мы покушали пиццу и задумывались, стоит ли так сильно напрягаться и днем, и ночью не спать, и монтировать видео. Ну, мне кажется, конечно, стоит. По волшебному нажатию кнопки лампочка загорается. Пусть точно так же загорается в ваших сердцах и в вашем вот этом сознании какие-то правильные и добрые поступки. Поменьше будет зла, поменьше убийств. Если вы кого-то и убиваете, убивайте зомби или мумий. Ведь Новый год существует для того, чтобы была хорошая атмосфера. Ни один Новый год не обходится без какой-то радости, без встреч, без каких-то единений с семьей. И, наверное, без подарков? Конечно же, без подарков Новый год не обходится. А это к чему? А вот, я принес тебе сегодня. Подарок! Подарок в студии. Это очень круто, это очень круто. Я прям даже вот... А мы его покажем ребятам? А это уже как ты пожелаешь. Ребята! Если вы хотите увидеть, что же мне подарил Даня, подписывайтесь на платную услугу Patreon, донатьте на Boosty. Собирайте 1000 лайков. И 1000 долларов на специальном сайте пожертвований www.пошливжопа.com. Да это же гоним, мы так никогда не делаем. Может быть, Новый год, новые правила? Мне кажется, нет. Поэтому будем смотреть. Что мне подарил самый настоящий супергерой этого шоу Даня Комиксмен? Сейчас будет такая хуйня. Подарки Дани Комиксмена, блядь. И Халк нахуй срет в углу такой. А, может быть, тогда буду доставать подарки, а ты как-то прокомментируешь? Ну, давай, да, попробую. Они такие символичные, что-то. Я очень люблю символичные подарки, а еще я всегда любил вот эти штуки. Как я вижу, это чокопай. Но не просто чокопай, а... Новогодний чокопай. И это круто, потому что не каждый чокопай будет новогодним. Согласись. Да. Ну... Я посчитал, что ты очень любишь попить чаек со всякими вкусняшками. И на стримах ты недавно говорил, что с удовольствием все, что мне принесете, все съем с чаем. А ведь ты помнишь, как начиналась вот эта вот часть выпуска новогоднего? По крупице, по чуть-чуть, от лампочки и до иголочки, от одного супергероя до другого. И, конечно же, до важного героя этого шоу. Ну и, конечно, колпачок, из-за которого многие считают, что я идиот. Но я в основном не спал, именно поэтому я такой веселый и озорной. Так вот, именно так. По маленьким частичкам, новогодним, и собирается новогоднее настроение. Ведь ты с этим согласен? Конечно. Вся наша жизнь состоит из мелочей. И вот этот новогодний чокопай окажется, ну, наверное, ну, через несколько, наверное, дней, скорее всего, уже... на переработке картона и будет переработан гораздо раньше всем содержимым. Но важно, что он привнесет человеку, который этот подарок подарил и получил. Это новогоднее настроение. Спасибо. Вот именно вот такие мелочи порой важны. Подарите кому-нибудь прямо сегодня такой чокопай, если вы хотите хотя бы чуть-чуть порадовать кого-то. А здесь бы могла быть ваша рекламная интеграция чокопай. Что ж вы не обратились? 3W! Не пишите нам никогда .com. И вы с нами. Это все забавно, да, рукой? Отлично, спасибо, Даня, я рад. Давай мы продолжим с такого немножко нестандартного, но классного. Немногие ребята знают, но
Я большой эстет и собираю иногда периодичностью разные баночки. Эта баночка, с ней связано много. Это вкус детства, но это доктор Пеппер Черри. Конечно, в детстве таких вот банок у нас не было. И эта баночка непростая, она привозная. Конечно, она продается практически в каждой пятерочке или каком-то суперкрутом островке. Но у меня такой банки нет, да и к тому же вкусно. Да, вишневый вкус очень классный. Ну и оформлена красиво, зелененькая такая, под Новый год как Пишите, раз. Да, ребята, если вы хотите посмотреть на всю мою коллекцию банок, пока их кто-то не выкинул. Ну что, еще одна банка. Еще одна. Вот расскажи о нем. Я наслышан и я знаю. Это Energetic Wake Up. У них большое множество вкусов. И под Новый год я решил Денису подарить со вкусом шампанского. Да. То есть она похожа на вкус на шампанское, но она не алкогольная. Очень прикольный вкус. Ну и для тех, кто любит энергетики, почему нет. Тем более Денис пьет в основном флэш или торнадо. Это куча сахара. Это куча углеводов. А тут без сахара. И никаких калорий. Где вы можете заказать этот энергетик? Давайте подскажем. Здесь бы могла бы быть интеграция Wildberries, потому что он там продается. И ссылочку мы оставим в описании. Прикинь, на самом деле, ёпта, кто-то вот так бабки рубит, да? Они на Новый год, ты знаешь, я могу не, я могу на этой хуй самодельной, икру жрут ложками, только потому что где-то продается. Но мы не такие, мы честные люди, мы зарабатываем на своем горбу. И поэтому мы идем дальше. Подожди, сначала немножечко. Ох! Ребята, есть такое понятие, когда немножко отходит. Сейчас такое произошло, потому что меня шокируют некоторые вещи. Есть такие вещи, которые ты сам себе никогда не купишь. Ну, например, в свое время такими вещами являлись фоторамки цифровые. Они стоили 10 кусков, нахуй это надо. Но если она есть, это прекрасно. Я покупаю фигурки, машинки и даже диски. У меня тут даже игровой автомат есть. Но чего я не покупаю? Так это комиксов. Но это не от того, что я их не хочу, а просто стараюсь воздерживаться, потому что меня может затянуть и туда. И Даня, как уже по традиции, дарит мне возможность в этом году почитать новые комиксы. Подобная ситуация возникает на дни рождения, на день святого... Нет, на день святого... По Патрика Максимума. И Спанч Боба, да? Да. Только на эти дни, ни на какие другие дни нет. Это Судья Дредд. Это комикс Судьи Дредда. Ну, может быть, ты немножечко вкратце хотя бы расскажешь. Это комикс про Судью Дредда именно... Да, смотри. В рамках Дня бесплатного комикса этим летом выходили некоторые бесплатные комиксы в подарок. И я один из них решил тебе подарить, потому что, ну, Судья Дредд, 90-е, ты любишь всю эту тему. Не знаю, насколько ты фанат Дредда, но Терминатор, Хищник, Робокоп, если ты любишь их, то Дредда ты тоже должен уважать. Тем более Слай играл великолепного Дредда. Ну, этот продолжение фильм или ремейк, он тоже неплохой. Отличный. Игра была на 16-биточке, отличная. А это классика, которая... Я даже не помню, как издательство 2000 AD, по-моему, называется издательство. У нас вышел первый сборник «Судья Дредд. Истоки». И если ты ознакомишься с этим синглом и тебе понравится, может быть, ты захочешь полный сборник почитать. Вот он вышел на русском. Круто. Ну, как сувенир, как в коллекцию. Вот что-что, а Судья Дредд — это реально крутой супергерой. А знаешь, он не церемонился. Он бы всех вот этих вот быстренько изучил. Ну бы. Да. Смертный приговор он, на месте. Ты помнишь, как он говорил? Я закон. Бросить оружие. Судья выдвигает приговор или что-то. Я забыл. Я в смотрел одном давно. Лице. Судья, уполномоченный. И палач. Или как-то так, да. Суровый дядька. Граната. Граната. Если вы не знаете, кто такой Судья Дредд,
я бы хотел сказать, что вы могли бы узнать об этом на нашем сайте, на котором вы можете оформить дополнительную подписку. За. Слушай, прикрепляй просто уже ссылку на группу ВКонтакте, а там что-нибудь прикрутим уже. О-о-о! Вот это прям пушка! А Даня просто знает, что я мне нравится, да? Да. Спасибо тебе большое. Самое, знаете, удивительное, что... далеко не каждый вот положительный человек в этом мире, который знает меня, знает, как меня удивить и обрадовать, при том, что я абсолютно вот знаю, что можно ожидать подобного, тем более от этого человека. Но ты меня удивляешь уже не первый раз. Однажды на день рождения это был first appearance, как это говорится в языке комиксов, на сингл издании. Но с адаптацией на Russian language, с нашим изданием, но не тем не менее, не таким дорогим, как First Appearance на оригинальном первом издании, но дорогим для души. Это было первое появление карателя в комиксе. Удивительный Человек-паук. Amazing Spider-Man. Не помню, какой номер, к сожалению. 126-й, по-моему. Ой, я уж и не помню, какой комикс у меня. Так, глядишь, и тебя догоню лет так через 100. А это, я решил, что у тебя будет первый в коллекции, ну, наверное, первый, оригинальный сингл на английском. Оригинальный, я вижу. «Каратель» на обложке крупным планом, серия Punisher, Marvel Max, взрослая серия, 18+, кровь, кишки, все как ты любишь. Это импринт Max, он в свое время, Marvel решили, что они будут выпускать более жестокие серии, и под это целый импринт выделили. Именно и... вот этот персонаж... Панишер, он же каратель, он же палач, он же дядька с черепом. Я не помню, как он там с плащом кишки вырывает, это он. Всю жизнь являлся злобным дядькой и никогда не был добрым. Поэтому и кишки, и сиськи, и матюки здесь есть. И это первое издание сингла, именно чисто привезенного из бугра. Это круто, это круто. Вообще, вообще. А есть какие-то штуки, которые говорит Панишер? Он вообще ничего не говорит. Он просто подходит, он ломает шею. Просто все. Всех, да, убивает. Он и делает это. Он же каратель, он не церемонится. Как я макароны варю. Вообще. Даже дверь открыта, помнишь? Ну да. Кайф, кайф. Ух ты! Я достану, тебе сейчас покажу. Расскажу, что это. Давай. Так, значит, Денис неоднократно говорил, что единственное аниме, которое он смотрел, это «Крутой учитель Онидзука». А единственное, которое запало настолько сильно, чтобы посмотреть все остальное. И вот, насколько я знаю, у тебя есть первый том в коллекции манги «Учитель Онидзука». Вот там стоит. Вот. А я решил, что пора тебе разбавить эту... серию, ну, коллекцию манги, и подарить одну такую незамысловатую штучку маленькую, но она в твоем стиле. Во-первых, она 18+, нет, ладно, она 16+, но не суть. В общем, эльф не может похудеть. Это максимально юморная штука. Да. Очень рекомендую. Это фэнтезийный мир, где эльф не может похудеть. Тут красивые всякие тянки. Это круто. Это круто. Она прикольна тем, что она небольшая. Можно взять ее с собой, почитать где-нибудь в метро. Благо, я там не езжу. Но это очень круто. Спасибо. Вот это прям вообще. Если ты хочешь показать прямо сейчас и посмотреть, я с собой взял свой открытый экземпляр. Ого! Ну давай немножко пролистаем. Вот это уже открытый экземпляр. Манга читается не вот так, как обычные книжки, как азбуку на школе учили. А справа налево. Именно японцы придумали это, потому что их письменность читается так. И именно в Японии есть зеленый чай со вкусом рыбы, а также чипсы со вкусом шоколада. Вот так вот читается эта манга. Здесь ЧБ страница. Смотри, ты открыл сразу на каком-то месте, может быть, там ого! Надо замазать. Ого! А я тебе про что? Ого! О, мне нравится такое. И русалка. Ого! Там прям, как говорится, стоит большой восклицательный знак. Ну и учитывая, что у нас сейчас как раз... Ого! Манга... Серьезно? Да. Но при этом вроде 16+. Манга становится все популярней. Открываются аниме-магазины. Комиксы пока потихонечку уходят в закат.
прям в сауне там все классненько. Прям даже вот так вот с сосками? Да. То есть ты хочешь сказать, что от учителя Онидзуки до хентая в один клик. И все это благодаря www.пошёлнахуй.com, да? Если бы так легко было, можем бы заработать денег. Если бы так легко, можно было бы печатать самому дома мангу, сниматься в порнухе или плавать с дельфинами, а может быть делать и то одновременно. Это все желания нормальных и ненормальных людей. Но единственное желание, которое остается у меня здесь, это не забывать старых товарищей. Кстати, ты еще не такой старый. Не забывать ребят, которые являются новыми зрителями канала, и по-прежнему радовать вас рубриками на Новый год. Это не единственная рубрика, которая выйдет с нашим гостем, волшебником изумрудного города, настоящим супергероем, да, не комиксменом. И чем же он супергерой, мы, естественно, еще расскажем. Но если вы хотите немножечко подсказку, то можете посмотреть предыдущие выпуски, кое-какие, которые на этом канале были когда-то там давным-давно, и заценить этот формат, который мы решили в честь Нового года не просто спешл сделать, да. Ну, пока непонятно, сможет ли разгореться огонь бесконечности, с учетом того, что, в принципе, вечный огонь у нас уже есть. Это огонь от изжоги, который возникает после энергетиков. Но я думаю, что будем смотреть на реакцию зрителей. Я сказал на реакцию, не на эрекцию. Просто после такого комикса думать о чем-то другом. Нет, ты точно не оговорился, все правильно. Все хорошо, поэтому если все получится, не так, как у ребят из Индии с GTA, то вы увидите еще не один раз Далю, но один раз точно увидите. Потому что для тех, кто помнит этот канал еще с тех пор, когда он только-только начинался. И вот это все для вас не просто там картинки и бумажки, а есть такие люди. То вы прям зацените то, что мы хотим сделать. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И не надо донатить, подписываться на Patreon и заходить на все сайты, которые мы вам называли. Но скажу так, новогоднее настроение у меня точно появилось. Спасибо тебе огромное. И все это, естественно, я с твоего разрешения поделюсь со своими ребятами. Ну, конечно. Которые тоже частичку этого праздника переварят. И вам спасибо, ребята. Мы хотели бы узнать, какие ваши игры за этот год, вот за 2022, стали какими-то вот такими особенными, теми играми, которые больше никогда не появятся в вашей жизни, играми, которые вас огорчили или, например, напрягли, обрадовали, выбесили, расстроили, да, или настроили. Вот, кстати, когда я играл в Streets of Rage в детстве на Сеге, там, знаешь, Блейз? Да, конечно. Если она падает и встает, она в такой позе, можно паузу нажать. Да, да, да. Вот, она меня тогда настроила. Да ты, по-моему, этот способ показывал на стримах. Да. Активно. Те, кто смотрел стримы, помнят. Мы желаем вам хорошего Нового года. Счастья, здоровья. Улыбок побольше, красивых женщин и мужчин. Ну и побольше хороших игр в следующем году. Обязательно. Обычно вообще в кадрах люди в новогодние праздники пьют шампанское. Мы сегодня пьем энергетик без сахара со вкусом шампанского. И поднимаем за вас, ребята, тост, чтобы в вашей жизни тоже было поменьше алкогольных напитков. Это губительные процессы, которые влияют не только на ваш мозг, но и поджелудочную, но и на ваше потомство. Поэтому предлагаем выпить энергетик без сахара со вкусом шампанского.
Ну, ты должен тоже сказать, как ведущий, например, что-нибудь... Здесь бы могла быть ваша рекламная интеграция. Блять, если бы я был такой грамотный СММщик, как ты, может быть, я рассекал на Феррари. С наступающим, с наступившим или уже Рождеством. Все зависит от того, когда это вышло. Или старым Новым годом. Как говорится, да. Старый друг. Лучше новых друг. Но главное не там день Святого Валентина. Да, я тоже хотел сказать. Это очень далеко. Жопу не надо. Ну как? Ого. А есть отголоски нашей рубрики, как мы пробовали невкусную жвачку? Не, жвачка была вкусная. И это вкусное, на удивление. Но отголоски есть. Фу. Даня Комиксмен и Дэн от My Retro Days. Это не Manhunt. О, она уже подзастыла. Вообще не говори. Мне вот миллиарды не нужны. Все говорят, миллион подписчиков. Не нужен миллион подписчиков. Мне вот действительно греет душу тем, что, наверное, есть то, что уже есть. Каждый человек в жизни моей очень важен. Вот сейчас скажу, особенно друзья. Так что тебе спасибо, что ты пришел. Пожалуйста. Go, 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 go. Go, go. Go.